Мы живем в очень политизированном обществе. Соответственно, реакция людей иногда завышена. Она как бы слишком спонтанна часто. Часто идет от души, часто идет от каких-то убеждений, но ни в коем случае не от реального сознания и понимания ситуации. Поэтому мне хочется посоветовать всем, кто как-либо реагирует на высказывания чьи-то, на какие-то публикации, на какие-то новости. Ребята, до того, как реагировать, включите голову, попробуйте проанализировать. Я всем говорю, ребят, ну сядь ты, подумай. Ну возьми все за и против. Может быть, не стоит сразу кричать, что ой, сволочь какой-то, кто сказал? Он сказал, о, все на него полетели. Может оказаться, что это фейк, что это просто обман. Может оказаться, что новость вырвана из контекста. Может оказаться, что эта новость идет в спарке с какой-то другой новостью и так далее, и так далее, и так далее. Подождите, не реагируйте с таким образом. Всем говорю, ребята, не реагируйте ярко так вот кричать. Ура! Не надо ни за что извиняться. Не надо никого призывать там кого-то к лишению званий, выкидыванию из страны там, и так далее, и так далее. Подождите, сядьте спокойно, голову включите, разберитесь. Посмотрите другие мнения. Может быть, ваше собственное мнение тоже от этого изменится. Не спешите делать выводы.